Уважаемые товарищи, как известно, сегодня с началом досрочного голосования мы вступили в завершающую стадию избирательной кампании. Мне докладывают, что в штатном режиме идет работа, из 5800 участков все работают, как внутри страны, так и за рубежом. Вместе с тем, как я недавно отмечал, хотелось бы знать, все ли мы сделали с точки зрения материального обеспечения этой кампании. Может быть, в организационном плане еще есть проблемы. Я прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции, может быть, и советской традиции, мы всегда эти выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки, и проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике.